патроны идут, да? И вот тут 76-х 4 единицы было в окопе. И ниже патроны идут. Сейчас будем пробивать окоп. Может быть, что-то будет, пока не видно. Есть патроны, да? Мосинские. Количество. Да, вчера подняли бойцов, сегодня раскапываемся, смотрим, может где-то еще есть танки. Окопы, по идее, немецкие, занятые были красноармейцами в 1943 году. Здесь летние, осенние бои были, и вот в июне месяце отступающие немецкие части бросили окопы, а потом вернулись буквально через неделю назад в эти же самые окопы. Ну, после массового обстрела артиллерийского тут, конечно, положили народу полно. Гранаты уже в окопы закидывали, подходили, просто кидали гранаты и все, даже не подходя, наверное, к самому окопу. КПШ. Все подряд. Доски идут у нас, получается, ящики были сбитые. По-моему, цвета серого. Ну, неважно, чьи это. Его могли пользовать обе стороны. Ну, да. Конфликта. Под него, под день и все. Вытащи. Диск. ГДПшки. Ну, еще и не один, да? Уже, да, как в сумке, да, в сумке, да, наверное. Подъясни. Угу. Снаряженный. Не, пустой, раскручен. Для него раскручивали. Ты же видишь, болт наполовину выкручен. Вот так вот. Ящик пулемета ДП-27. И там еще один, вон там. Еще один диск ДП-шки. Полный, да? Так. Он тебе, ух ты! Да не, он тоже поврежденный. Видишь, у него есть ушкоджение. БК внутри. Есть, да? Ну да, он поврежденный внутри БК. Ага. Оп, еще что-то. Сейчас можно пройти. Пустой, отстрелянный. Пустой, да? Угу. Получается, три диска. Один поврежденный был, видимо, и поэтому его убрали. И два отстрелянных. Вот такие вот шли в сумке, в обычной брезентовой. И был еще ящик ранний, металлический, на три диска. Граната, да? РПГ-40. Тоже с ручкой, да? Сохран. Живая. Есть застреленные винтовки, это пулеметный. Итак, еще в раскопе идет у нас по ходу ящик пулемету Максим для лент БК боекомплекта 7,62 на 54. Стандартный калибр на тот момент, и винтовка, и пулеметы. Все, в принципе, были. Вот он так. Осколочная есть, да. Косой удар. Ух ты. Даже ППШ есть отстрелянные. Сталь. Уже по 43-му сюда прибежали. Банка.
Ну да, и гильза. Это граната, Никита. РГ-42, просто сгнившая. Вухнять, наверное. Это граната, вот это уже банка. Уже банка. Ящики. Ну да, ящики сбитые тоже. Не просто доски. Побросанные окопы. Тараковочка, да? Тоже или, или что-то другое. В сохране. А нет. Ой-ой-ой. Ну да, что-то много гранат, в принципе. РПГ-40. Ручная противотанковая граната. И тут же F1. Тоже без взрывака. Каска. Каска, да? Угу. Надо глянуть, может он не пустой, с головой. А вниз идет. Куполом, да, вверх. Да. Ну, обкапывай пока по кругу и будем двигаться дальше. Так, Леша, у тебя там? Опа. Саперка, да? Ух ты! Вот это да, она покрути ее. Дрелком, да? Не, ну удар, конечно, был, ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, вот так вот железо не спасает вообще. Вот такие вот дела. До дна еще не дошел? Нет. Так, двигаемся дальше. Тебя боец, да, Никита? Покажи, голову видно. Голова, вон череп. Куда еще идет? И куда идет? Вот так рука идет. Угу. Ну или туда. Ну надо и впереди уто убирать землю и на сзади, потому что надо по-любому срезать участок. Ну все, уже плюс один. Как всегда, отлично. Теперь, да? Куча хлама и еще чехол к немецкой саперочке выпал. Дермантиновый. Теперь весь в сборе. Трошки, конечно, кожа ушла. Так, в принципе, еще живой. Это на складную немецкую лопату. Чехольчик. Там да? Там затвор? Заброшенные дома. А деньги-то там? Вот. Макс. Пулемет Макси, затвор. Ну да, такой трупный рядом был явно, что поприлипало все. И фрагмент черепной коробки с этого бойца, может быть и не с него. Может еще есть воины. Стрел такое. Ну а что, это, наверное, еще где-то один лежит. Сейчас будем по окопу опять идти. Стрел пошел с моски. И ниже ящик. О, он еще и закрытый чешуй. Действительно, удивительно. Ага, то его надо эти петли. Не-не-не. О. Пустой. И изнутри. Лента. Лента в идеале, да? Конечно. Да какая там лента, это просто его выгнуло, видишь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, ему не повезло. Такое ощущение, что его специально дрявили. И больше ничего нема. Да, пока. До дна еще далеко, солнце еще высоко. Тут котелок немецкий вышел. Уже биты, ударены, и внутри бумага идет, как газета, может еще что-то. Надо будет аккуратненько вскрывать и смотреть. Что там, Никита, понятно что-нибудь? Конца нету, да, там еще? Окопа кончали. Вот этот таз у него как выпахан. Да, выпахан, вывернут. Он не, он вообще.
вообще не было. Ну, и ноги вот эти тоже не по колено глубина. Наверное, лежал на поверхности. Ну да. Его выпахало просто всего и все. Жаль. Так, что у нас тут выпало? Котел. Какашка. И пляшка битая немецкая. Да, она в чехле была, вижу. В сборе. Где-то все остальное с нее. Два попадания. Да, кусочек штыка вообще. Невероятный сохран просто. Вот так расколбасило, что не дай бог. Часть русского штыка. Советский штычок. На винтовку Мосина. Распотрошенные останки здесь, разбитые, расщавленные полностью. Видимо, техникой проехали. Огромное количество осколков. Патроны в костях, ремни, ботинки. Получается уже 3 человека визуально. И документы у одного из солдат. Это чей? Кого из них? Звездочка с погона. Пока только одна, да? Угу. А ну-ка, Никита, забирай. Да, у него бумаги как раз были в кармане. И звездочка. Ой. Ой-ой-ой-ой. Целая. Да. Ну так вот лежат воины. 3 человека, он один вообще разбитый. Дребезги. И тут еще два более-менее целые в анатомии. Правда, кости тоже покрошены сильно. Может быть, хоть что-то будет. Надо внимательнее. Может быть, у него, кстати, и медаль быть у Летех. Надо до груди дойти глянуть. Потому что это важно. Слева тут должна быть, по идее. Может быть, а может быть и нет. Просто, в принципе, офицеры и... Хотя, молодой состав, если с пополнения пришли после учебки, конечно, там еще ничего нету, не успели заработать. Он в плащ-палатке, да, в немецкой? Ну, у него пуговиц немного, либо она постелена, либо его в ней принесли сюда. Что тут было, Андрей? Итого, вот мы находимся где-то в 700 метрах от высоты 195. Наступала прежде всего 230-я, но она уже полуразбита, она от монастыря здесь, ну, наступала, она уже, конечно, породившая была. И потом из 50-я прикрыла этот фланг, вот с вот этой стороны, со стороны, ну, Маяцкого леса они даже пытались зайти. И вот здесь они расставляли именные поля, и это до 16 августа они здесь вели, ну, ожесточенные бои. А после зашла 244-я стрелковая дивизия, в основном она наступала. 913-й стрелковый полк, вот так вот. 911-й, она держала примерно до... Граница была до дороги. Вот так вот. Так, уже, в принципе, работаем здесь с 2009 года. На этом участке уже обнаружено на этом поле более 100 военнослужащих рабоче-крестьянской Красной Армии, а также порядка 50 немецких солдат. Вот это поле высоты 199,5, восточные скаты. Северо-восточные скаты высоты 199,5. Вот. Можем показать вам.
Высота, сама высота. Кошмар. Сколько тут еще народа, сколько лежит без металла. Еще предстоит. Были бы другие приборы. Ну, к сожалению, у нас таких приборов нет, хотя бы чтобы аномалии вычислять. Но, к сожалению, работаем только на металлодетекторы и щупы. Все, других вариантов пока нету. У нас здесь получилось три военнослужащих, красноармейцы лежат. Вот один разбитый полностью, стянут в ямы, и два частично в анатомии. Куча битых костей по всему окопу. Видно было прилет в сам окоп и уже, соответственно, следствие гибели данных солдат. Патроны там. Один, да, этот младший лейтенант, была погонная звездочка у одного. И, в принципе, тут БК и все остальное. Продолжаем зачистку бойцов. В раскопе у ребят тоже сигнал. Сейчас мы посмотрим, что они там обнаружили. Говорят, вроде как каска идет. Может, ниже будет боец. Сейчас глянем. Каска советская. Угу. Под шлемником. Была здоровая. Крупная, да, такая? Ну, трещина есть. Ну, дырок нету, наверное, зацепила, да. Так, в принципе, вся целая. Еще одна касочка, да? Угу. Тут что-то касок много. А бойцов что-то не попадается. Неясно. Ситуация. Целая тоже. Не битая, да? Они... Нет ударов? Нет. Странно. Подшлемник красный. Еще. Шашечка. Головы не было явно. Что там у вас? Ленты, да, максовские? Да. Стреляные. Есть, нет. Езды нема. Просто лента и ящик, да? Да. Ящик полный, что ли? Да. Да не, пустой по звуку. Да. Еще и целый. А ну, открою. Ну, да. Ну, хороший школьный экспонат. Музей. Вот. Приготовили еще на два музея экспонатов. Дальше идут он обломки ящиков. И что там еще? Гранаты, да, пошли? Несколько штук, да. А, 33-я. РГД-33. Ручная граната. Образца 1933 года. Две штуки, две единицы. Больше пока ничего, да? Так. Как в подсумке, может, лежали. Шкряба. Насобирали. Ну, видишь, окоп 42-го года, по всей видимости. Бо противогаз лежит. И уже, соответственно, гранаты тоже. Их по 43-м уже практически не было. Не в большом изобилии. Там стенку где-то, да, попадаешь? С края вижу. Да. Стена идет. Еще есть что-то, Вась? Да, что-то есть. Гранаты опять. Да. О, еще одна. И что-то там было красной краской написано. Бумажки. Не, просто красной краской писали, может, там номер какой-то ставили с завода. Партия. Вот вызвали МНС, ребята уже едут. Мы видим машину перед собой. Буквально сколько? Ну, 20 минут прошло после вызова, и ребята уже здесь. Работать тяжело из-за того, что слишком много боеприпасов. Стараемся совместно работать. Им хорошо, и нам хорошо, в принципе, работать вместе. We'll be right back.
Благодарим за ваше с нами совместное участие в поиске погибших и без вести пропавших в горниле войны. Так, ребят, закончили раскопки локации. Мы перед собой видим военнослужащих. Красноармейцы лежат, погибшие. 3 человека. Вот от одного вообще остатки попадания, видимо, было в сам окоп. И их побилось, очень сильно побило бойцов. Они побитые полностью. Сейчас мы вам покажем их снизу. Уже зайдем в сам раскоп. И покажем, как этот ужас выглядит на самом деле. Кошмар. Вот они лежат, воины. 3 красноармейца. Итак, заходим вниз. И показываем вам вот это вот ужасное зрелище. Вот они, кости. Накиданы вместе с патронами вперемешку. Все перебито, переломано. Так, и отсюда мы начнем смотреть. Вот так выглядит окоп. Вот как все ссыпалось. Вот так вот все по стенам размазано. Так оно и осталось. Мы аккуратненько зачистили, чтобы вам показать этот кошмар. Вот они лежат. Бойцы, красноармейцы. Смотрим военнослужащих, что при себе имеет, какие повреждения в целом. Итак, окоп завален полностью патронами, деревянными ящиками. Можем видеть перед собой в количестве патроны к автомату ППШ. Также отстрелянные гильзы с пулемета, с винтовки. Итак, первый боец. Вот он лежит, имел погоны. По всей видимости, это уже 1943 год. Пуговица с погона шла. Далее осколок в районе шеи находился. Вот такой вот осколочек. Шинельная пуговица, возможно, с рюкзака. На рюкзак нашивал. Либо шинельки, скатка была, может быть, у бойца. Так, далее повреждение таза у солдата. Ремень на пояс у него имеется. Дальше у него, видимо, была бритва. Остатки бритвы. И вот сам станочек. Вот такой вот. Далее, также у него в районе кармана находился затвор. Пулемету Максим. Вот он. Вот такой вот агрегат. Потом у бойца, по всей видимости, в обмотках 2 отвертки к автомату ППШ были в обмоточках. Вот они, 2 отверточки шли к зипу к автомату ППШ. И ботинки, соответственно, по ленд-лизу. Американские либо английские ботинки. Вот мы можем видеть перед собой латунные, у него получается, клипсы для шнурков. Далее, следующий боец. У нас каска возле головы находена, просто, возможно, валялась. Далее череп раздавленный полностью, разбитая голова у солдата. Что самое интересное, этот боец, скорее всего, офицер.
Сейчас мы вам покажем, была тут звездочка одна, младший лейтенант. Вот она. Но опять же, точно определить по одной звездочке, может их и больше было, но в связи с тем, что был такой значительный взрыв, в который было попадание, пока положим в каску. Вот осколки тоже в голове прям торчат. Вот один осколок, попадание в голову. Вот второй осколок в область глазницы. И боец, по всей видимости, был завернут, либо одет в плащ-палатку. Вот они. Очень много пуговиц, люверсов в плащ-палатке можем наблюдать. Вот они лежат. Перебита правая рука и перебита левая рука. Вот она идет рука. Вот она полностью перебита. По суставу пошло перелом вот сюда посередине, и перелом уже шел лучевой и локтевой костей. Побиты также ребра у бойца, у него имелась в кармане солдатская ложка такая вот пехотная. Далее медпакет, чаще всего при себе носили почти у каждого солдата, и осколки уже в теле вот такие вот здоровые. Может сюда залетел снаряд, в принципе зашел, попал, и их, конечно, разбило тут и по стенкам помазало. Мы тут фрагменты костей понасобирали. Вот мы можем видеть фрагменты костей в стенках. Вот они торчат. Вот они. Вот фрагменты сыпятся. Костных останков. По стенкам его разбило. Далее кошелечек. Вот такой вот имелся у бойца. Также правая рука перебита, мы можем видеть плечевая кость, лучевая и локтевая. Ремень также имеется, пряжечка на ремень. В принципе, тело все полностью повреждено. В районе таза находится вот такой вот немецкий трофейный котелок. К сожалению, инициалов на нем не имеется. Еще дома будем мыть и посмотрим. Внутри газета находится в котле. Далее таз мы можем видеть, как поврежден. Удары были сквозные на таз, осколочные попадания. Далее бедро отбитое тоже. Вот оно ломанное пошло полностью. Нога перебита. И вот вторая нога здесь. Вот она находится. И вот у него ноги у одного бойца в сапогах. Это, наверное, и был этот офицер, младший лейтенант, у которого были сапоги страшные. Так, дальше следующий воин. Вот он весь сыпался, как он находился здесь. Имеется ремень также поясной, и также огромное количество патронов пошло здесь. Вот, в принципе, вот так вот оно все выглядит. Можно наблюдать за данной процедурой, как военнослужащие находились здесь, лежали в ямах. Вот мы показываем вам, как это все выглядело. Никита поставил, да, колышки. Сейчас будем фиксировать и останки складывать уже в спецупаковки. У бойца имелась бумага. Возможно, мы надеемся, что это были документы вот именно у младшего лейтенанта. И, возможно, мы его установим. Ну, дай бог, чтобы все так и было. Всем огромное спасибо за участие. Фух.
поиски. И благодарим всех подписчиков, которые остаются неравнодушны к судьбам солдат и помогают поисковому отряду. Потому что на данный момент, конечно, такие потери, которые были здесь. Мы только начали работы, а уже у нас на этот год это уже 82 военнослужащих. Так, изымаем останки красноармейцев. Ребята, вон, работает. Сегодня такой тяжелый денек был у нас, но слава богу, все успешно, удачно. Солдат нашли, это для нас самое главное. Да, сколько их еще лежит здесь на поле, остается для нас большим секретом. Несколько сотен это точно еще есть. Только очень много голых, без ничего. И думаю, должны быть братские могилы здесь. Потому что потери здесь в день составляли от 500 до 1500 солдат на этих участках фронта. Поэтому вполне возможно. Ремень, да? Давай. Вот так вот выглядел обычный солдатский пехотный ремень. Ничего особенного, все просто. На один шплинт и все, и застегивался, как и сейчас. В принципе, на ремнях, на обычных, которые продаются. Это обе лопатки и шлинтоплет. Надо внимательнее, да, там может быть в районе груди. Там в каске, Никита, звездочка лежит с лейтенанта, понял? А, тут его, значит. Не, вот у того ж лейтенанта, да, это в сторону пока каску отложи. Потому что у него были бумаги и очень надеюсь, что установят личность младшего лейтенанта. Василий, прими, там черепная коробка. Ну покажи, бойца. Ой-ой-ой-ой. Какой кошмар. Молодой. Молодой хлопчик. Наверное, только... Итак, ребят, закончили выкладку бойца 79-80. Сейчас осмотрим и покажем вам повреждения, личные вещи бойцов. Итак, что касается личных вещей, у него имеются ленд-лизовские ботинки. Примерно 39-40 размер. В принципе, небольшие. Вот так вот выглядели по ленд-лизу ботинки. Вот мы видим, двойная сбивка идет и подковы. И вот такая вот шнуровка идет. Вот они. Вот это по ленд-лизу. Далее, пехотный ремень у бойца был. Две отвертки к зипу ППШ. Автомат такой, кто не знает. И монетки. И была фотография. Куда? Вот такая вот фотография. Далее станок. У бойца имелся вот такой вот станочек. И лезвие, соответственно, к данному станку. То, что касается повреждений, боец имеет повреждение черепной коробки частично. Удар имеется в нижнюю челюсть. Вот она перебитая, нижняя челюсть у солдата. Далее повреждение полностью грудной клетки. Мы можем видеть, как повреждена грудная клетка. Далее повреждение левой плечевой кости. Имеется вот общий скол разбито. И повреждение локтевой кости у бойца. Далее повреждение таза и хряса, разбит на несколько частей. Нижние конечности повреждений не имеют, только вот мы можем видеть соединительная шаровая головка на бедро
имеет повреждение. Шейка, вот она. Все, ну, в принципе, переломана шейка бедра тоже. Это что касается бойца 79. Так, боец 80, у которого были документы, имеет при себе трофейный немецкий котелок с газетой внутри. Далее масленка к винтовке либо автомату ППШ. Далее ремень. Имеется вот он. Остатки ремня, остатки ложки. Кошелечек пустой. И каска. Что самое интересное, хотелось бы заметить, что у бойца имелись на нем, видимо, плащ-палатка. Он был в плащ-палатке. Вот мы видим перед собой люверсы и пуговицы с немецкой трофейной плащ-палатки. И у бойца возле головы находился шлем СШ-40. Далее сапоги дермантиновые. И что интересно, Василь заметил, что подкатанные сапоги, скорее всего, с ноги выскальзывал, неудобно было. Растянуто уже было дермантин, поэтому был подкат сапог, подкачивал их. Итак, у бойца значительные повреждения. В принципе, повреждена левая и правая конечность, частично отсутствует. Повреждения правой, левой рук. Ну, сами видите, таз разбит. И также повреждения грудной клетки и, что самое важное, черепной коробки, что, скорее всего, являлось следствием гибели данного военнослужащего. Сейчас мы бойцов фиксируем и будем уже последнего бойца под номером 81 выкладывать. И будем надеяться, что хоть что-то еще найдется. Хотя уже надежды нету, что будут какие-либо предметы, с помощью которых можно будет идентифицировать данных солдат. Что самое еще интересное, хотели сказать, почему это офицер и у него сапоги. Это вот есть вот такая вот звездочка на погон. Одна. Младший лейтенант. Итак, ребят, закончили выкладку последнего бойца. Засыпаем ямы. И вот у бойца имелось то, что мы нашли. Это часть ремня и ботинки. Повреждения, сами видите, костей практически нету. Было попадание в окоп и остались нижние конечности. Не полностью тоже. Часть таза, часть бедер, часть верхних конечностей, фрагмент черепа. Костей практически нету. Все, что было, вот мы еще остатки вот такой вот крошки по всему окопу собрали. И больше предметов не имеется, ни личных знаков, ничего. Ребят, ну как вам сегодняшний день? Отлично. Отлично, Василь. Замечательно. Спасибо вам большое за работу. Все было на высоте, проработали. Все, до новых встреч. Подписчикам благодарен, все, которые пишут добрые и доброжелательные слова. А тем, кто любит нас немножечко потроллить, большой привет троллям и всем остальным. Удачи всем тем поисковикам, которые занимаются поиском погибших воинов периода Второй мировой войны. Всем удачи. Продолжение следует. Уважаемые подписчики, по многочисленным вашим просьбам для активной помощи поисковому отряду благотворительными средствами был создан видеоряд пошаговой инструкции на донат. Для приобретения спецсредств и спецоборудования для поиска помните, что от вашей помощи зависит многочисленная возможность поисковых отрядов продолжать свою деятельность по поиску погибших и без вести пропавших воинов периода Второй мировой. А вот он, ствол сменный. ДП-27. Ух ты, ё-моё, ничего себе. Ну что, ребят, в принципе, вот все, что удалось собрать с бойца на поле. Вытрушенный газбак. Фу, с подачей ленты осталось, глянь. Если вы обнаружили останки погибших воинов или знаете захоронения, где могут находиться данные солдаты, просим обращаться к нам по номеру телефона, который указан на экране. Большое спасибо, с уважением, Плацдарм.